Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик». Обязательно подпишитесь и поставьте лайк этому рецепту. Сегодня мы с вами будем готовить очень интересное блюдо. Это пиццы, но не обычные, а маленькие мини-пиццы из слоеного теста. Они очень простые в приготовлении, их можно взять с собой в школу, на работу, на природу, на пикник, куда угодно. Главный ингредиент здесь, конечно же, слоеное тесто. Оно может быть дрожжевое или бездрожжевое. А вот для начинки можно использовать любые продукты, которые есть у вас в холодильнике. Сейчас покажу, что есть у меня. У нас здесь слоеное тесто, у меня дрожжевое, сыр моцарелла, специальный для пиццы. Можно использовать любой твердый сыр, но моцарелла все-таки лучше. Помидорки, желтые и красные, специально взяла разноцветные, чтобы было красивее. Ветчина, томатная паста, оливки и сухой чеснок. Сейчас мы с вами сразу подготовим все ингредиенты для начинки. Оливки нарежем на кружочки, помидорки тоже нарежем на кружочки, ветчину порубим мелким кубиком, а сыр моцарелла натрем на терке. Я вам сказала нарезать помидорки кружочком, но на самом деле их лучше порезать вот такими вот четверть кольцами, чтобы рулет у нас свернулся нормально и тесто не порвалось. Начинка у нас готова, теперь можно раскатывать тесто. Чем мне щекотишь? Чтобы тесто у нас не липло, мы посыпаем его мукой. И раскатываем. Тесто раскатали. Если получилось неровно, ничего страшного, потому что мы будем сворачивать его в рулет. Теперь намазываем на тесто томатную пасту и выкладываем начинку. У нас получился вот такой вот прямоугольник, теперь нам нужно аккуратно свернуть его довольно в плотный рулет. Вот такой рулет у нас получился, мы обязательно должны защипнуть края, чтобы рулет у нас не развалился. Теперь берем ножик и нарезаем на небольшие кусочки. Если помните, мы готовили синнабоны, мы также резали рулет ножом. Такие же пиццы у нас должны получиться сейчас. Теперь берем противень, застилаем его бумагой для выпечки и выкладываем наши мини-пиццы. Перед тем, как убрать мини-пиццы в духовку, посыпаем их сверху остатками сыра. Ставим наши пиццы в разогретую до 210 градусов духовку и готовим примерно 10-15 минут. Вы точно увидите, когда тесто зарумянится, а сыр расплавится. Значит, пиццы готовы. Ну что, давайте попробуем, что у нас получилось. Это очень вкусно. Похоже на обычную, настоящую большую пиццу. Только посмотрите, какие они компактные. И с начинкой можно экспериментировать до бесконечности. В общем, подписывайтесь, готовьте, а я пойду поем. Пока! Начинка у нас готова, теперь можно раскатывать тесто. Все. Заново.